На прилавках изделия ручной работы, иконы, свечи, пасхальные куличи и крашеные яйца. В Баку открылся пасхальный базар. Ярмарка благотворительная. Вырученные средства будут направлены на оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Я знаю, что везде в таких мероприятиях любое участвуют, например, дети из детдома с рукоделием. И мне кажется, что наше участие тоже где-то играет в этом роли. Люди приходят, им интересно, что-то приобретают, и мы тоже участвуем в благотворительности. Я лично сама для этого и участвую, если уже именно касательно меня. Знаете, накануне каждого праздника, особенно накануне такого праздника, как Пасха, у каждого человека в душе пробуждаются самые светлые чувства. Мне кажется, главная цель такого мероприятия – это обратить внимание общественности на тех, кому хуже, чем нам, для тех, кто может пожертвовать чем-то ради своего ближнего. В нынешнем году пасхальный базар в Баку юбилейный, 10-й по счету. Благотворительная ярмарка традиционно проходит в Российском информационно-культурном центре при совместной организации представительства Россотрудничества и Бакинско-Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви. В нашей стране много возникает новых традиций, новых обычаев, которые отражают состояние нашего общества в какой-то степени, его духовную составляющую. Дети, как известно, это будущее и нас с вами, и страны, и это будущее человечества. И вот для того, чтобы оказать им посильную какую-то помощь, поддержать их и морально, и материально, вот выручка от этой ярмарки пойдет на это доброе, замечательное дело. Благотворительная ярмарка ежегодно проходит в преддверии одного из главных православных праздников – Пасхи. Он символизирует победу жизни над смертью и спасение человеческой души. В нынешнем году православные христиане отметят праздник 28 апреля. Лейла Курбанова, Руфат Алекперов, CBC.